В Караганде создали строительный кластер, куда вошли 29 предприятий региона. Застройщики, проектировщики, ученые и производственники. Их общая задача – улучшить качество услуг и стройматериалов, а также снизить их себестоимость. Над формированием кластера 2 года работала областная ассоциация застройщиков. В его создании приняли участие и консультанты из страны Басков. Сегодня специалисты из автономного сообщества на севере Испании прибыли в Караганду, чтобы изучить строительный сектор региона. Бизнесмены посетили предприятия и учебные заведения города. У них большой опыт не только в возведении новых домов, но и в реконструкции ветхих зданий. В качестве пилотного проекта мы хотели бы построить жилое здание и посмотреть, как будут работать все компоненты. Здесь очень много места, можно возводить малоэтажные дома. Мы уже поняли, что надо учитывать климатические особенности региона и подумать, как можно использовать энергосберегающие технологии при строительстве домов. Мы готовы приступить в самое ближайшее время.